Друзья, всем привет! В свете недавних событий, происходящих в медиапространстве, хотелось бы снять такой небольшой коротенький ролик и дать свою оценку происходящему. YouTube чтит авторское право, и это прекрасно. Кто в теме, тот поймет, о чем пойдет речь. Кто не в теме, сейчас объясню. Не так давно телеканал 1+1, в частности передача «Гроши», сняла видеосюжет у нас как о черных археологах, которые раскапывают курганы, которые раскапывают могильники, зарабатывают миллионы денег на продаже артефактов, копают золото мешками и таким образом обогащаются. Кто смотрел этот ролик, тот понимает, что в нем было. Кто не смотрел, в двух словах расскажу. Значит, какой-то местный житель сфотографировал троих поисковиков, которые с приборами и с лопатой ходили возле раскопанного кургана. Это все подалось как черные археологи. Единственный момент, наверное, с которым я согласен в этом видео, это то, что не стоит ходить с лопатой и прибором возле курганов. Ребята, соблюдайте закон. Есть закон, соблюдайте его. Есть памятники археологии, есть курганы, на которых не стоит действительно копать. Все остальное, то, что они там выдали, это полная дичь. Полная дичь, которая не соответствует действительности. Помимо того, эти журналюги, знаете, что сделали? Они украли часть видео с канала «Вялый коп» у Палыча и вставили это все в свой сюжет. Вот этот кусок, который они украли. Не удосужившись при этом изучить авторское право Ютуба, они просто сделали воровство. Палыч же красавчик, в свою очередь, подал жалобу о нарушении авторских прав, и видео этих журналюг было забанено на Ютубе. Палыч, я тебя поздравляю, это успех. В свою очередь, как засновник спилки блогеров Украины Cop.ua, призываю вас всех, друзья-блогеры, друзья-поисковики, блогеры, снимайте подобные ролики, говорите о том, кто мы есть, что мы ищем, что мы копаем и как это все происходит. Всех поисковиков призываю, в свою очередь, ребята, не копайте на курганах, на могильниках, на памятниках археологии. Меньше поводов давайте вот таким вот журналюгам рассказывать о нас, как о черных археологах. Если мы будем чтить закон, тогда меньше шансов и меньше повода у них будет для подобных разговоров. Государству хочется посоветовать. Примите практику европейских стран, когда государство не просто сидит сложа руки, а выкупает у археолога, у таких поисковиков, как мы, все ценные артефакты, и они остаются в стране. Делайте что-то. Я понимаю, что в стране война, что сейчас не до этого, но тем не менее, если так все оставлять, хорошего с этого будет мало. Мы все будем черными археологами, а журналисты будут говорить, что мы зарабатываем на этом миллионы денег, продающие артефакты за границу. Вот, в принципе, и все, друзья. Всем блогерам привет, всем мира, любви, удачи, всем пока, друзья.